Да, а что прочитал сегодня в этой в панораме города, что закрываем ТВЦ? Нас не закрывают, мы меняем просто название. Теперь мы более совершенные. Газ, электричество и другие услуги ЖКХ теперь будут в одной платежке. Единый расчетно-кассовый центр обеспечит прозрачность взаиморасчетов между потребителями и обслуживающими организациями на территории всей Рязанской области. По аналогии с МФЦ. Все 34 офиса КВЦ, которые сейчас действуют на территории города и области, останутся, продолжат свою работу. Также будут работать два передвижных мобильных пункта. А и также зал обслуживания наш Рогмековский присоединится к, к общему офисному обслуживанию. При принятии такого решения анализировался опыт, и опыт положительный. В частности, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республики Татарстан такие центры действуют именно на базе гарантирующих поставщиков электрической энергии. Опыт положительный, позволяет это дело все развивать более качественно. Жители города и области смогут быстро и удобно оплачивать коммунальные услуги, контролировать процесс начислений и решать все вопросы в режиме одного окна. Для удобства пользователей в личном кабинете МПКВЦ будет закреплена ссылка с переходом на сайт ООО «РГМЭК», где, согласно инструкции, клиенты после авторизации продолжат пользоваться личным кабинетом в прежнем режиме. Жители не почувствуют никаких изменений. Квитанция останется той же самой, за исключением наименования квитанции. Пункты приема те же самые. Все, как было удобно жителям, так и будет. Клиенты смогут позвонить на телефоны колл-центра. Они будут размещены на сайте КВЦ, бывшем, будущем РГМЭК. Также на сайте будет четкая, ясная инструкция, как перейти на обслуживание в новую компанию. Удобство сохранится, изменится лишь качество предоставляемых услуг. Больше информации клиент сможет получить в одном месте. Специалисты КВЦ до конца года перейдут в штат Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании. В настоящий момент сотрудники двух организаций постепенно проходят обучение для работы в единой унифицированной системе. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».